сопровождала человека от рождения до смерти. Этим объясняется большое разнообразие ее жанров. Лирические, исторические, трудовые, лесовые, хороводные. Новые песни, сложные неизвестными народными певцами, зазвучали в период Отечественной войны 1812 года. Их подхватывали и распевали в городах, в деревнях, в армии. Как затянет, как зальется песня русского народа, и откуда что берется, прямо в сердце, так и нет. Русская народная песня «Аля Богу» от работы Рогович исполняет учащийся 3 класса Павла Ванина, класс почетного работника общего образования Российской Федерации, Первинова Любовь Александровна.